Рад приветствовать вас на своем канале. Сегодня речь пойдет о таком SEO-проекте под названием OnLine. У нас компания OnLine является уникальным цифровым активом, который позволяет освобождать интернет от рекламы, а также от вредоносных программ или же программного обеспечения для отслеживания. Это все делает просмотр различных сайтов более приятным, безопасным, так что можно говорить о значительных преимуществах, который получает веб-операторы, конечно же, пользователи, то бишь мы с вами. В настоящее время, мы это все знаем, пользователи интернета платят за просмотр интернет-страниц либо через подписки, либо через менее прозрачные сборы, как, например, цифровая реклама. В той среде веб-пользователи предоставляется бесплатный интернет, в то время как веб-операторы по-прежнему будут получать финансовую выгоду. То есть вы смотрите, вы платите какому-то оператору за пользование интернетом там определенную сумму в месяц, а также, когда вы заходите на какой-либо же сайт, там всплывает реклама, вы ее непроизвольно, но все же платите ему деньги. В настоящее время как бы отсутствует отслеживание. Это безусловный плюс, которым может хвастаться компания данная OnLine. В современном обществе многие организации применяют не особо прозрачные методы онлайн-отслеживания и профилирования поведения. Очень важная информация, как финансовые и медицинские записи часто собираются. Это становится причиной множества проблем, связанных с конфиденциальностью, в первую очередь же вашей. Здесь же действует блокиратор, то бишь здесь это не подразумевается в компании онлайн, блокиратор сценариев отслеживания, который эффективно нарушает способность к отслеживанию активности пользователя в режиме реального времени. Данный криптовалютный проект имеет и другое преимущество, это такую себе антивирусную защиту. Высокая популяризация интернета и массовое подключение привели к резкому возрастающему числу кибератак, направленных на сбор конфиденциальной личной информации. Один из самых известных способов проведения кибератак – это действие через зараженные сайты. Вы когда заходите на какой-то либо сайт, если он не защищен, вы уже автоматически подвергаетесь от атаки вируса. И в этом проекте есть защита пользователей при помощи специального пользовательского сценария. Он предотвращает не только инсталляцию вредоносных программ, но и блокирует рекламу. Таким образом, защищая личные данные, повышая безопасность всех пользователей, то бишь ваши данные не будут разглашены нигде, а также вы спасете свой компьютер и информацию на вашем компьютере. Отзывы онлайн указывают на быстрый просмотр, а это большой плюс, ведь платформа уже работает у нас. Люди знают, что интернет объявляет, замедляет и скорость просмотра, следовательно, все большее число пользователей используют блокировщики рекламы для ускорения навигации в интернете, там, а также частным просмотром разных сайтов. Кроме этого, веб-операторы по-прежнему могут монетизировать контент своих веб-сайтов. Многие, в принципе, нравятся данное разрешение дополнительной настройки для обозревателей. Ну, в принципе, это основной плюс. Также есть еще маленький такой, как бы, бонус данной компании. Это то, что наличие мобильной версии. В принципе, можем видеть данную экосистему у нас сейчас на иллюстрации на моем экране. Причем в ней доступны те же преимущества, что и в компьютерном сайте. Мобильное приложение также производительно, как и основная версия, но простое и удобное в пользовании. Криптовалютный проект онлайн, основанный, как всегда, у нас на эфириум, что гарантирует полную прозрачность и подотточность. То есть все транзакции будут видны на общем блокчейне, то есть всем преимуществом для нас. Давайте посмотрим особенности данной системы. Как я уже сказал, она сейчас находится на иллюстрации. Это то, что пользовательские кошельки работают на всех основных сайтах, ну, системах, даже и браузерах. Мобильные телефоны и планшеты будут иметь одно приложение для кошелька, блокировщика компании и, в принципе, для сценария отслеживания защиты вредоносных программ. Мобильная версия у нас, она совмещается с любой операционной системой и позволит иметь специальный кошелек для приложения. А также продавцы смогут принимать криптовалютные платежи через систему, используя IP или готовые модули самых популярных программных там решений. Это таких, как всем известный MagenTool, OpenCart, PrestaShop и все остальное. В принципе, сама по себе суть проекта – это положительные отзывы онлайн, имеет
вполне реальные основания, что проект будет успешным. Дело в том, что основное финансовое вознаграждение для операторов этого веб-сайта будет сам факт пребывания онлайн. То бишь, вы наслаждаетесь использованием интернета, и за это вы еще не платите никаких денег. То есть, именно главное, что каждый получает выгоду от рекламы, просмотренной бесплатно. А еще это безопасный, ну и эффективный опыт просмотра. Кроме этого, конечно, пользователи будут ранжировать каждый веб-сайт на основе своего опыта, а также использовать систему голосования, основанную на там, от 1 до 5 звезд. Звезды затем преобразуются при помощи алгоритмической формы в рейтинг доверия, указывающий на качество каждого веб-сайта. Ну, в принципе, это не что иное, как мнение всех посетителей. На их официальном сайте ссылка, как всегда, будет у нас в описании. Мы можем ознакомиться полностью с их информацией, прочитать их дорожную карту, которая началась у нас в 2017 году и заканчивается у нас в 4 квартале 2019 года, и ознакомиться с их командой. Ссылочка LinkedIn, как мы видим, уже присутствует данная. Можно посмотреть, какой взнос они сделали на данную платформу и чем занимались до этого. Также мы можем посмотреть на их адвизоров, также ознакомиться с их основной информацией, ну и посмотреть на их партнеров, а также посмотреть вопросы на множество интересующих ответов. В принципе, на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, ставим лайки. Пользуемся онлайном.